Всем привет, дорогие друзья, мы на канале Хаунда. Мы продолжаем проходить игрушку под названием The Long Dark. Как я и обещал, будем проходить побочные квесты. Но я тут поглядел. Вам подсказывать не будут. Понимаешь, нам сказали, установите капкан и поймайте одного кролика. Хотя бы одного кролика. Но как я это сделал, непонятно. Мне никто не рассказал. Еще написано, освойте уроки выживания. Научитесь чинить одежду. Однажды навык спасет вам жизнь. Чё? Как я это буду делать? Непонятно. Не, я, конечно, могу попробовать зашить. Давай прямо сейчас при тебе это сделаем. Так, с чего мы можем зашить? Не тут. Наверное, в крафте где-нибудь, да? Нет чертежей. Какая-то хрень. Капкан есть, нифига себе. Высушенные кишки. Древесина. Ничего себе задача. Высушенные кишки найти и древесину. Это некрасиво. Ботинки. Ну, можно ремонтировать. А, высушенная кожа. Высушенная кожа нужна. Так, что еще у меня из одежды есть? Например, свитер. Действие. Ремонт. Ну, я зашью, да, что я получается? Наверное. Чем она лучше стала? Я хз. Тут не написано, чем она лучше станет. Ну, делай давай. Посмотрим, может, действительно она лучше станет, как-то теплее. Мы зашили рубашку, свитер. Носочки. Навряд ли, вот парку можно, нет, зашить? Блин. Нет материалов, ну ладно. Вот, например, сюда надо идти. Для автобуса. Налево, мимо магазина идти, обалдеть. До магазина это было далеко. До магазина это было далеко. Идти, а до автобуса-то еще дальше, обалдеть. Ужас. Ужас. Зря, наверное, я пошел, не попив и не поев ничего. А то еще пока хожу туда-сюда, все кончится у меня. А до дома будет по-любому далеко идти. Как сейчас, например. А, нет, вон он. Хоть его и видно, знаешь. Как говорится, так близко и так далеко. Так близко и так далеко. Где тут туннель? Я правильно иду? Да. Сейчас придем, посмотрим. Что там за автобус? Что там за сундук? Ну вот, собственно, и автобус. О котором немногие говорили. Что тут произошло? Ну давай заглянем. А ну-ка. Кто-то вылезет, нет, сейчас? А, голыми руками. И наплевать, что у нас есть перчатки. Неотступные. В смысле? Дверь-то будешь открывать, нет? Вернитесь к матери. И все? В этом был весь смысл автобуса? Окей. А, во! Хотя бы один портфель есть рядом. Газета. Список заключенных. Ладненько. Мне еще была интересна одна дорога. Да блин. Мне еще была интересна одна дорога. Вот это вот. Я просто побегаю мимо, смотрю. Своротка в гору куда-то наверх. Интересно же посмотреть, что там. Хотя бы вот здесь вот, с краешку глянуть. До конца можно не идти, просто хотя бы со стороны посмотреть. Куда дорога это может привести? А-а-а, к туалету и машинке. Ладно, залутаем, почему нет-то? Там вон еще один домик, я смотрю, есть. Можно в него будет сходить. Все равно этот выпуск посвящен лутанию больше, нежели гуляниям по квестам. Ключи. От банковского сейфа. А мы с тобой находили в банк в прошлой серии? Я что-то подзабыл. Кролик. Привет. Я не помню, честно, мы находили, нет, или банк. В связи с несчастным случаем, совет директоров компании Милтонские парки и зоны отдыха налагает запрет на посещение альпийских троп. Популярные маршруты и тропы стали небезопасными после недавних проявлений сейсмической активности. Мы планируем пересмотреть правила безопасности, после чего обнародуем результаты работы.
А до этого момента просим воздержаться от скалолазания в пределах парка. Подпись. Ага. Забирай. Покажем матушке. Узнаем, что она на это скажет. Или не скажет. Может, такого диалога не будет. Можно сжечь. Плюс 2-3 секунды огня. Тепла. Здравствуйте. Не зря спускался. О, поднимался. Не зря поднимался уже две водички. Так, тут можно костер разжечь. Можно спать лечь. Капюшон какой-то потрепанный. Аптечка! Да блин! Как трудно в этой игре лутать. Ужас. Шприц первой помощи, повязка. Нифига себе. Ящик. Ну тут, видимо, основательно люди сделали все для того, чтобы ты выжил. Спасибо. Это не случайные вещи. Здесь все взаимосвязано. Деревья, плита, спички бы еще найти, конечно. Хотя факел у меня есть какой-то там сигнальный. Может быть, он подойдет под, под спички. Спать, наверное, лягу здесь. Матушка не в обиде будет. Здесь мы и похаваем, и подождем дня. Солнце над головой. Сейчас, как вы заметили, уже закат, да? Ага. Смотри-ка, яркий оранжевый. Обалдеть. Да ладно тебе, не зевай. Сейчас я погуляю еще немного. Пока солнце есть. Как только ночь, я сразу валю. Ух ты. Древесина. Почему бы не добыть, если есть такая возможность? О, а мы смотри, как устаем после этого. Время тупо в разы увеличивается. Ну, в смысле, скорость по времени. Пошли спать тогда. Я не знал просто, что такая хрень будет здесь. В этой игре. А ну-ка. Правда, есть один минус. Я ни костер не разжег, ничего вообще. Тупо в холод лег спать. Ему комфортно хоть будет? Правильно, правильно, что. ХП это кончается. Так, еда. Попахивающий. Приготовленное. Ну, поел же нормально. Шоколадку с хавой. Банку сардин с хавой. Мне кажется, нам придется все-таки кролика убивать. Потому что мы не, не выживем иначе. Иначе мы не выживем. Ладно. Где этот капкан у нас находится? Как его активировать? Ага. А кролики-то вообще пробегают, нет? Кто-нибудь знает? А то я сейчас его поставлю просто так. А потом узнаю, хоп, а кроликов-то здесь не бывает, мистер. Ну я вроде бы выспался. ХП слил. Все слил. Получается, поспал просто так. Только в минус себе. Можно было дальше двигаться. Не спать. Лесной участок. Ну, спасибо. Туалеты закрыты, как обычно. Там ничего нету. О кроликах ни намека. Еловые дрова, спасибо. Че он так дышит, как будто умирает? Я смотрю на его характеристики. Температура только на четверть снизилась. Не смертельно. Все хорошо. Двигаться можно дальше. Мне будут кролика найти. А то я бегаю просто так. Ни кролика, никого другого. Так бы, считай, сразу и квест выполнил. И похавать бы себе взял. Я понимаю, я не хотел кроликов убивать. Но что делать? Игра такая. Игра такая. Я не виноват. Надо еще банк найти. Только где этот банк возьму, найду, непонятно. Точно это не банк. Обычный домик какой-то. Здесь я был? Дверь закрыта, понятно. Тут я тоже, видимо, был. Тут я, наверное, не был. Здравствуйте. А хозяева-то дома есть? Никому это не нужно, надеюсь. Тостер.
на столе. Пусто более-менее. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Оставайся в Милтоне, я просто не могу. Мне слишком пусто и печально. Да, мы клялись, что будем вместе в любых обстоятельствах, но это уже слишком. Прости меня. Как доберусь до континента, пришлю еды. Говорят, там продуктов больше. С любовью, М. Кто такая М? Кто такая с любовью? Да пусто, почему? Нихера она его, походу, не оставила. Чипсы он привезла в металлическом ящике. И кепку. Спасибо, называется. Спички, наверное. Ой, спички вообще ноль. Сейчас запомню, что здесь есть быстренько. Термобелье. Так, только полотенце, термобелье. Окей. Забирай. Ну давай ткань. На ткань. Нормально. Тебе надо термобелье под себя одеть. О, птичка, нифига себе. Пусто. Понятно. Значит так. Где у нас инвентарь? Вот он. Термобелье где-то было. Как мне его одеть, подо что? Приличное термобелье. А это неприличное, что ли? А, может, второе одеть, чтобы было еще теплее? Ну да, почему нет? Если есть возможность, почему бы ее не воспользоваться? Вроде помещений, знаешь, не самых холодных. Ветра тут быть не должно. Кровать. Тут даже поспать можно. То есть тут нормально. Тут тепло. Можно жить и спать. И есть. И термобелье одевать. Красота. Где тут выход? Газета. Ладно, пофигу. Надо банк найти. Но где его только найти здесь? Вопрос. На миллион долларов. Может быть, конечно, у меня появится диалог. Я на это очень надеюсь. У меня камень есть. А почему звук волков, как и сталкера? Слышь? Почему звук собак и сталкера? Что за прикол? Просто беги. Не оборачивайся, просто беги. Все, он ушел, хорош. Неожиданно. Оказывается, волчары тоже умеют ходить по городу. И лутать. По лапке. Вот так вот, ребят, бывает. Так что будете гулять по городу, аккуратно. Собаки могут неожиданно и к вам прийти. А, это не палатки, это покрышки. Что-то типа детской площадки было. Какой кошмар. Ну да. Все сожгли. Видимо, это была церковь. Видишь, колокол висит. А потом ее перенесли вон туда наверх. Волчара нету? У меня камень, тварь. Только подойди ко мне, как тащу. Мало не покажется. Будешь потом пощады просить у меня. Привет, бабуля. Грейся. Так, суп. Такое ощущение, что я схожу с ума. Я чувствую запах горячей еды. Да мне ни кассира матери не приходилось кого-то угощать. Вот, поешь супчика на дорожку. Как она его приготовила-то? Из чего, интересно? Спасибо. Я очень благодарен. Тоннель. Ну-ка. Нашел. Да, как ты и говорила. А твоя подруга? Ни следа. Через туннель не пройти. Похоже на обвал. Но она могла-то пройти еще до того. Если туннель завален, для серой матери это конец. Туннель единственный путь через горы? Нет. Но единственный для меня. Неотступный. Она была в туннеле автобуса, это точно. Хочешь сказать, что она прошла через туннель? Не знаю. Но она точно была там. Она оставила мне знак. Слово неотступное. Perseverance. Вот так. Старинное слово. Почему она его написала? Она хочет сказать, что будет бороться. Или просит тебя не сдаваться. Но почему так длинно? Наверняка это значит что-то больше.
Почему? Потому что ты для нее важен. Она написала это своей кровью. Кажется, я припоминаю. Был на севере городок. Как же он назывался? Точно. Неотступные мельницы. Там много лесопилок. Раньше это было важное место. А теперь как город, считай, вымер, как Милтон. А, тот город вымер, как Милтон, во. Может, она указывает тебе путь? Неотступные мельницы? А как ты туда мне добраться? Пока землетрясение не завалило дороги. Можно было на машине. Значит, придется идти пешком. Это долгий путь. Я сильно беспокоюсь за свою подругу. Осталось только одно дело. Нужно проводить ее в последний путь. В смысле? Последний путь? Но я еще не сдался. Я вспомнила кое-что. Дом фермера. На другом конце города. А, это был, кажется, во второй серии. Или в третьей. Той ночью. Но я помню дом на ферме. Там есть ключ к банковскому сейфу. У меня есть ключ тут. Отправляйся в банк и принеси мне сейф, к которому подойдет ключ. Ты поймешь, что с ней случилось. Стоп. Ферма? Банк? Как это связано с моей подругой? Ее оставили, понимаешь? Ей нужна была помощь. Ее оставили, когда ей была нужна она. Но мы все сделаем, как положено. Я не понимаю, зачем сейф-то нужен? Иди в банк, ублюдок. Ответы там. Короче, мне эта женщина сказала найти банк, но в нем сейф, и этот сейф принести ей. У меня есть ключ, зачем мне нести сейф? А? Зачем мне нести сейф? Почему не могу открыть его там? Не понимаю. Сейф, он же тяжелый. Так, серая мать, вероятно, слепая старушка последняя... Она знает, что случилось с Астрид. Да ничего она не знает. Я пойду направо. Отстаньте. Никакой сейф мне нахрен не нужен. Я пойду направо. Там потому что тайник. А в тайнике может быть много чего интересного, знаешь? Например... Теплая одежда. Куча килограмм еды. Миллиард долларов. А че волки разошлись, услышь? Вроде бы такой ветер обильный. Или не обильный, не знаю, правильно слово сказал, неправильно. Короче, вечер сильный. Очень сильный. А волки прям гуляют и гуляют. Обалдеть. Ну все, расходитесь, давайте. Обратно пошел, прямо на меня. Правильно, что? Я еще по сугробам иду, по которым хрен придет нормальный человек. Да, спалил меня, наверное. В прошлый раз, когда было обучение, меня никто не спалил. Смогу нет уйти отсюда. Ладно, побежали. На шифте. Эти псевдо-собаки нас не должны поймать. Да? Да, все спалил. Успешно. Мы молодцы. Обалдеть, температура, смотри, как падает быстро. Он меня догоняет. Дурак, что ли? У меня чувак умрет от холода. Открывай. Ясно. Он меня догоняет, блин. А если камнями буду кидать в него, я выиграю, нет? Эту игру. Фига он обходит. А что у него такая скорость большая, а у меня маленькая, слышь? Это вообще антисправедливо. Блин, меня почти догнал. Нет, собака почти догнала. Надо в церковь срочно зайти. Давай, 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 братан, копи выносливость. Копи выносливость, дорогой, копи, 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 копи. Собака едет за этим холмом снежным. Вот она вылезла. Фак. Успей не зайти. Да заходи. Есть. Хуу. От волчара спаслись. Это хорошо. Картонная коробка. Не, ломать не надо ничего.
Убери камень, не позорься ты. Защитничек. Доску можно сломать? Давай. Нам это все пригодится. Каждая вещь, которая... Поношенная, пофигу. Каждая вещь, которая может гореть, нам пригодится. Так, шапка из хлопка. Прикольненько. Что еще тут есть? О! То, что нужно, можно погреться. Горючее. Да нет, надо мне горючего вашего. По одному хватит. Приблизительно время горения полчаса. Для меня полчаса это очень много. Интересно, можно чуть похавать, приготовить? Мяса вроде у меня нету. Но у меня есть котелок. Может быть как... А, с котелком-то бесполезно. У меня воды нету обычной. Мы ничего не сможем сделать. Беда. Будем греться зато. Будем греться. Записка пастора. Или пастора. Дорогие прихожане, с тяжелым сердцем сообщаю вам, что епархия приняла решение отозвать меня из прихода святого Кристофера. В последние годы у вас было немного, однако ваша преданность церкви и поддержка моих начинаний не забудется вовеки. Сейчас службы будут доступны только по скайпу. Ха! Группа изучений. Изучение латыни также переходит в удаленный режим. В удаленный режим. Примите мои извинения. Благословит вас Господь. По скайпу. Обалдеть. Дожились. Прихожане, заходите в скайп. У нас будет группа. Святые ублюдки. Ой. Как-то все смешно. Топить снег. А у меня снега вроде нету, да? Так что пить-то нечего. Пустая банка. Ого. А так можно, что ли? Прикольно. А в прошлый раз, помнишь, как это положил, да? Где-то что-то. И потерял. Вот оно, оказывается, где было. Оно прям тут стояло. Почему греется так долго? Я же вроде прям на костру сижу. Давай одну деревяшку бросим. О, смотри, как температура погналась. Выпей. Хорош, 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 нормально. Бонус. Согревание. То, что нужно. Будем сейчас сидеть греться. И когда он вместо греется, пойдем отсюда. Надо забрать тайник. Да и тем более мы будем греться сей. Может, волчара уйдет в это время. Он где-то на улице все равно бегает. А мы тут греемся, нам хорошо. Ветер все равно очень сильный. Так что нам тепла надо найти как можно больше. Вообще не понимаю, бред. Почему я сижу прям на костре? Практически на костре. Тепло вообще никак не растет. Очень долго. Очень. Ну вот и кончился костер. Тепла огня больше не будет. И я почти согрелся до конца. Пойдем. Поглядим, что будет. Интересно, волчара ушел? Волчара? Вроде бы никого нету. Тайник где-то здесь. Где-то вот прям тут. Вот прям тут где-то. В бревне, что ли? Палку забери. А ну-ка. Нет. А, вот он. Ага. Вот ты где. Топливо для фонаря. Шприц первой помощи. Набор для шитья. Ткань. Армейский ИРП. Что такое ИРП? Может, армейский пир вы хотели сказать? Типа армейская жрачка, еще что-нибудь. Я, короче, решил сразу пойти на ферму без дома матушки. Я почему-то помню, а может быть, сейчас сам себе накрутил, то, что на этой ферме, или вообще не та ферма, но, по-моему, на той ферме, да, где мы уже были однажды с тобой, там было место для разведения костра. По-моему, оно там было. Поэтому я решил сразу туда пойти. Вот они, эти волчары, которые я преследую всю игру. Обалдеть. Дожились, меня волки преследуют. Во как. Главное не сдохнуть, а то не сохранялся.
А если я умру, это будет ой как неприкольно. Будут слезы, крики, возможно, боль. Ничего серьезного не будет, просто... Просто все, что я перечислил, будет. Я же не такой дурачок. Чтоб всяким плохим заниматься. Время действия закончилось. Согревание. Ну, извините. Чай недолговечен тоже. Он сделал все, что мог. Он молодец. Ой, как много миллионов кроликов. Можно же поймать одного. В ловушку. Я в Майнкрафте их убивал, а здесь могу убить. Мне кажется, так работает эта штука, нет? Или я не прав? Ты мне скажи, я прав или не прав? Олень! А оленя можно камушком убить? Или так только с кроликами работает? Большим пальцем целится, я помню. Много чего я помню. Молодец. The fuck? Ты похож на миллиардера камней? Почему в прошлый раз я целился большим пальцем и пал в него? Высушенные кишки. А тут я то же самое сделаю. Целюсь точно так же. Нифига мне это не помогло. Вообще нечестно, я считаю. Вообще прям нечестно. Так, вижу кролика. Вижу кролика. Есть! Игра зачитала мне этот промах. Все? Я не хотел просто на это смотреть, как он это делает. Это очень ужасно выглядит. Не зачитали, да? Фак, он убежал. Прости, пожалуйста, а? Не надо так плакать. Все, он сделал это. Обалдеть, ветер пошел, усилился. А домой мне как идти, слышь? Как я домой дойду с таким ветром? Домой я имею в виду к этой. Не к добру. Че ты не к добру? Ты хотел найти подругу? Здравствуйте, мистер. У тебя в рукаве шарф. Откуда он у тебя? Все-таки была здесь в этом бабище. Ты никогда ее не найдешь. Ударь в нож! Что ты сделал с моей подругой? Мы их всех сожгли. Дело и с концом. Делов-то. Толкали всех внутрь и запирали. А, заперли двери. Да и все. Вы чудовище. Так уж вышло. Свет отрубился. Автобус потерял управление и вломился в туннель. Крыша рухнула прямо на нас. Я оттуда еле выбрался. А кое-кто там и остался. Но это не твоя подруга, явно. Люди собирались вместе в попытке согреться. Электричество пропало. Держались кучкой. Дрожали. Тряслись. Прям как я. О, хотелось бы мне этого увидеть. Мы уж их отогрели. Ты просто урод. В нож ударь его, пожалуйста. Да, наверняка. Ударь в нож, ему больно будет очень. Мы загнали всех в старую школу, чтобы удобнее было за ними следить. И тут что-то случилось с электричеством. Свет отрубился. А потом везде заискрило и загорелся огонь. Весел тебе, урод. Твоя девица с шарфом нашла нас, когда школа уже горела. Она пыталась вытащить людей, но было уже поздно. Все уже задохнулись от дыма. Что дальше-то было? Она дралась! Что твоя тигрица воткнула в одного из наших то ли нож, то ли отвертку, и меня прынула, а потом убежала прямо в метель. Правильно сделала. Забери нож, реально просто возьми мне нож, достань, он умер. Где ты видел ее потом? Хочешь знать, где твоя дамочка? Сначала помоги мне. Говори, где она? Мы догнали ее. Но она у тебя с характером. Нож остался у нее. Сам видишь, как она меня уделала. Я бы забрал его. Мы пытались ее остановить, но она забралась в автобус. Она оказалась такая мелкая, что смогла пролезть.
Она сбежала. Хорошо это или плохо? Черт ее знает. Подумаешь, крылышки подрезали. Ничего такого. Ничего такого? Да достань твою нож уже, пожалуйста. Кровь немного пошла. Да не надо убивать нож, достань, этого хватит, чтобы его замочить. Отсюда сейчас не уедешь. Дороги завалены. Ты ее никогда не найдешь. Ха-ха-ха-ха. Знал бы ты, какой я упертый. Упертый. Чё ты оглядываешься-то? Зачем он оглядывается, не понимаю. Как будто кто-то еще может быть. Я тебе все рассказал. Помогай будешь или нет? Вытащи нож. Он так глубоко застрял, что я ниже пояса не чувствую. Его нужно вытащить. Не, вытаскивай... Да что такое со мной, а? Вытащить нож по-любому нужно. Ты еще к старушке явился. Мало тебе было того, что куча людей умерли в огне. Слушай. Ты думаешь, у меня хорошее поведение в этот автобус посадили? Он в черный камень едет. Черный камень? Ну да, федеральная тюрьма. А черный камень? Туда отправляют отбросы из отбросов. Самых последних дерьмовцев. Интересно, если будет возможность спасти его. Тех и не достоин жить на материке. Это вроде как старая колония. Чтобы ей провалиться. Чтоб ей провалиться, он имел в виду. Все знают, что оттуда так... оттуда просто так не выберешься. Подумай, как тебе повезло. Жители Милтона. Их настигла старая смерть. А ты выжил. Ну так да. Ты не заслуживаешь помощи. Ну ладно. Он сдохнет, так и так он должен умереть. Если я достал нож, не значит, что он должен выжить, ты подумай. Так-то лучше. Посижу тут пока. Кажется, мне даже потеплее стало. Конечно, у тебя кровь выливается из дырки, как тебе теплее станет, дурак. Где логика игры? Он умереть должен. Он должен умереть. Деньги забирай. Сейф 15 забирай. Стол оставь здесь. Так. Сломать я ничего не собираюсь. Не, я, конечно, найду, что сломать. Поискать сундуки, давай. Поношенные походные ботинки. Ага. Болезнь. Риск растяжения, что? А как-то вылечить? А ну-ка. Отдохните или выбросите лишний груз, чтобы избавиться от... Все мысли только о еде. О-о-о, братан. А с едой это вообще все плохо, я смотрю. Ну давай, разжигай костер. Вылечено. Болезнь, риск растяжения. Так долго костер разводить, я в шоке. У него есть спички, у него есть бумага. Да вполне подойдет. Так, риск растяжения я вылечил. Но мне все равно этого мало, знаешь. Можно носки и так же зашить. Шей. О, вода вообще ноль. О, носки сотые, хорошо. Камин пропал, идеально. Что бы угодно сейчас выпил. Сейчас мы найдем, братан, подожди немного. Сардины. Ешь. Это и чуть-чуть воды, и чуть-чуть остального. О! Пошла жара. Еще. Блин. Не то. Пей. Нормально. Выживать пока можно. Так, мы согрелись. У нас что-то со зрением плохо. Новые носки. Блин, зря зашивал старый, прикинь. Забирай все. Прикольно. Из толкана можно воду, оказывается, добивать. Интересно. Полезная штуковина. Ткань возьми. Зашивать будем обувь с помощью полотенца. Растяжение, спасибо.
Так, вроде получше стало. Были бы читы на перенос вещей какие-нибудь. Хотя я бы не стал их использовать. Я же не лошара какая-нибудь. Чтобы всякие читами пользоваться. Особенно в Survive играх. Это что такое? Я сейчас один на помойке нашел. Чтобы таким заниматься. Ни еды. Ничего другого нету. Ужас. Хотя, может, тут кухня есть это? Все-таки дом большой. Его еще лутать и лутай. Тачка, бумага, книга. Лимонад. Только заговорил о еде, лимонад пошел. Тут ничего нету, мне кажется, больше. Полка ломается, не надо ломать ее пол. Не надо полку, короче, ломать. Бутылка воды. Счет за коммунальные услуги, понятно. Риск растяжения, хорошо. Банка сардин, классно. Ну-ка, затащи ее. Она все равно нам и то приносит. Это идеальная вещь. Банка сардин. Она идеальная. Ладно. Пару килограмм добавилось. Ну, убавилось. Можем побольше едой заполнить. Свежая банка супа. Это очень хорошо. Газета не нужна. Пусто. Тоже пусто. Понятненько. Микроволновка, как обычно. Консервный нож. Приспособление для открывания банок. В морозилке, может, еще есть. Ясно. Ничего нету. Горючее забирай. Обжегся. Шиповник. Стопка бумаг, бойлер, кажется. Плита, корм для собак. Персики. Сейчас, наверное, риск растяжения появится у меня. Крекеры, крекеры. Коробка, коробка не то. Все это не надо нам. Слишком много вещей. Чего ты ругаешься на то, что слишком много вещей? Радоваться надо, потому что мы столько с собой добыли. О. Сваливаем, да, отсюда? С этим ублюдком разговаривать не о чем. Так, это оставляем ткань. Стол. Ладно, сваливаем в следующей серии. Тут я, наверное, сохранюсь. Так, все, я сохранился. Спасибо за просмотр этой серии. Тут я оставлюсь, наверное, выживать. В следующей серии продолжим, потому что если мы побежим еще к матушке, это еще пару минут убьет. Минут 5, наверное, 10. Не знаю. Там волчары бегают, очень холодно. Зачем это терпеть, ругаться и тому подобное вещи? Я вот сейчас отойду, а потом в следующий раз будет в разы лучше. Спасибо за просмотр этой серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Всем пока.